Продолжаю летсплей Republic Commando. Я пошел с боем через поле боя, потом с боем прошел через фабрику дроидов. О, нет. Как раз сейчас вступлю на фабрику дроидов. Пока что это были только подступы к ней. Да, в общем, я очень недалеко ушел от начала игры. Еще что очень печально, у меня ни хрена не получается летсплей. Я что-то пытаюсь вставить, но меня все перебивают, все орут постоянно. Не минуты покоя называется, только сейчас вот постоять можно. Все молчат. Редкость. Ну ладно, в общем, мне особо сказать-то нечего. Нужно продвигаться, нужно воевать. Посмотрим, что у нас там получится или не получится. Спасибо, спасибо. Муа. Идиоты. Учитесь у батьки. К сожалению, у меня есть одна проблема. У меня почему-то дублируется звук. Вот голоса дублируются вроде как. Остальные звуки что-то не особо замечал. Не знаю, что с этим делать, к сожалению. Так что придется так, как есть, играть. Йоу. Зачем ломать ее там через консоль, когда можно взять кинуть гранату? Ау. Нифига себе, он мне тут погнул. Ну, впрочем, я их тоже погнул. Что это за фигня такая взрывчатая? Я понял, заткнись уже. Никто не будет мне поболтать. Да чё ж ты не включаешься? Оу. А. Ай, подлые скоты. Вот она, красота. Заткнись уже. Еще один. Да черт, все никуда не. Туда нажимаю все время. Спасибо. Так, красота. Вот, лазер. Ген сеансов. Очень классная вещь. Но применять лучше против больших дроидов. Оно их очень быстро уничтожает. Остальных что-то не очень. Ну ладно, пока возьму поменьше. Я не помню, где там дроиды будут. А, вот они. Ауч. Вот я первый раз сдох. Очень быстро и тупо. Нифига себе, блин, как они меня бьют. Значит, это сегодня какой-то лох. Не очень удачно начал. Завалили тут же, блин, ракетой. Капец. Потому что я отвык. Я играл-то на легкой сложности все время. Тут нормально. Тут меня бьют вообще. Капец просто. Да, здесь надо приготовиться. Сейчас тут вылезу. Да. Действительно. Упс. Ваш командир лучше вас всех. Ну что ты попадешь, хотим.
Нет, не попал. Да, что-то... Там мы одни специалисты, короче, тут все. Подрывники и так далее. Ложки. Подвиньтесь, идиоты. Световые гранаты здесь почти не нужны, только против генозианцев, так что я ими не пользуюсь особо. У этого оружия явный плюс. Им очень удобно бить в рукопашную. Что там, без меня уже варитесь? Цап, цап, царап. Блин. О, красота. Так. Сейчас вроде дроиды полезут, нет? А, точно. Цап-трап. Быстрее работай, блин. Специалист, блин, по взломам. Что там? Слайс он дайс, сэр. Спасибо. Бездельники. Все, завод разрушен. Валим отсюда! Хрен с вами, без вас свалю. Лоуки. Ладно. Фу, я чуть не сдох. Ура! Братюни полетели! Ау! Походу нет смысла ждать, да? Пускай Севен полежит там. Вперед к главному кораблю. Сейчас, когда фабрика дроидов уничтожена, отряд Дели должен пройти по вражеской территории. Так, ну ладно. Пора наконец-то отправляться к нашей главной цели. Вот таким и скромный командос. Задавить! Ну, от время трения включается за штучки, только очень редко. Чё ты сказал? Так вот, капец, весь щит вышибает за раз. За один шпынёк. Братюни! Вот очень дурацкий скрипт. С которым я ничего не могу сделать. Дебилизм. Моя любимая турелька. Луч смерти. ДЗГ звезда смерти тоже. Ничто по сравнению с этим, в общем. Правда, я не помню, нужно ли это. Но они вроде бесконечные, закончатся скоро. Так что лучше перемочить их, чтобы они нам взад не заехали. Блин, вот с этим оружием можно было победить вообще всю армию дроидов. Он же всех распиливает нафиг. Почему наши, блин, им не воспользовались вот так, как я? Потому что оно уже раздолбанное. Sorry.
Ну поговори еще, говнюк. Че борзели? Надо тут использовать. Хорошая граната, липучая. Че-то опять сдох, придурок. Ну, вернее, не ты, там другой сдыхал. 6-2. Поугрожаем еще тут, засранец. Я вот из кожи вон лезу, чтобы вас спасти. Без меня же вы не догадаетесь даже аптечку использовать. Идиоты. Подумаешь, кого-то убил случайно. Так, сейчас кто-то прилетит. Ага. Так, ребятки, я их сваливаю. Давай сюда подойти. Ну. Пускай это воспитые. Ладно, сейчас повоюем. На! Учитесь, студенты. Что еще неприятно, постоянно забирают все оружие при переходе на новый уровень именно, а не под уровень. Это печально. Забрали у меня мою лазерку маленькую. Ну да, конечно. Сколько раз уже пришлось. Так. Вот полный зарядик. Сейчас повеселимся. Вон маленький крейсер летает, крошечный совсем. Не оперившийся еще. Ой-ой-ой. Битва пух. Все воюют, и тут бегаю, ворохаюсь. Блин, жаль, что нельзя боеприпасы перекачивать. Что взял, то и есть. Ладно. Ура! Ладно, этим и займитесь. Мне хочется воевать. Ну, что ты побегаешь? Что ты побегаешь? Блин, меня бесит, чтобы они так вот выборочно бьют. Все время все от меня убегают. Йоу! Ты чё? Ура! Вот именно, завалился, придурок. Вояки. Команда, подходите поближе. То что все враги, все наши достаются, не мне. На лету их так удобно сбивать. Ура! Еще в прыжке так, как бабочек. Нет, как мух на как мух с помощью мухобойки. Ой. Так, муха. Побольше зарядика вот будет. Сап-царап. Блин, может уже уйти, а? А то я что-то сам не знаю, бесконечно или нет. Тут же бывают бесконечные враги, в принципе. О, вот, гранаты. А, у меня так всех максимум, блин. Да-да, конечно. Даже не заметил, как они сзади подошли, идиот хренов. Меткий стрелок, который видит, что у него за спиной, блин, офигеть. Одни аборигены, блин, а. Так, вижу. О! Take this! Take this! Take this! Нифига себе, меня порвали.
Ой. Ура! Сап! Сарап! 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 Нифига заспаунились козлы! Капец, еще наши попередохли все. А, блин, я же забыл уничтожить пушки. Блин, даже что ж такое-то. Черт, вот они. Совсем про них забыл. Все. Воскрешаем. Оу! Hello! Hello! Лови! Промазал, черт. Оу, ты еще не сдох, что ли, скотина? Капец. Все равно я должен идти в атаку, блин. Мне поджарили. Да что ж такое, что такие бесконечные? Невероятно, мы видели, блин. Ну да, еще одна просто обожаемая мною вещь. Это бесконечные... Ну, в общем, всех можно воскрешать. Кто из нас не может умереть, я не могу умереть. Поиграем мы только если все умрут до единого. Так что считай халява. Неужели никто не может кинуть бомбу, блин? Он достаточно медленно стреляет. Ах, ладно. Все, вступаем на территорию дроидов. Привет! Блин. Промазал малость. Ловите. Ой. Дерьмо. Ай! Вот, блин, как мне бесит, когда они это делают, а? Да, блин, чё ж ты стоишь у меня под прицелом, идиот? Я же снайпер, ё-моё, не вы. Просто одни лохи. Проблемы так. Оп. Чуть не везет в последнее время, я бы сказал. Нашпиговали. Сама не хочу. Так, а, кажется, здесь больше никуда не могу, да? Да что ж такое-то? Сейчас будет заварушка. Еще мы тоже не зайдемся. Эй! Все время хвалят меня, так капец прям. Я же зазнаюсь. Чтобы прикрывали меня вместо того, чтобы хвалить. Я же еще неопытный, типа. Капец. Разнесли меня в дерьмо. Все, разбирать еще что умею. Тут уже, блин. Или вот такие живучие. Фильм, ты только живучий, ты, слушай, ты только живучий. Лолка.
Так. Развлекаемся. Блин. Да что такое, не нажимаешься ты, блин. Да что босс, что босс, я так все делаю, возможное, блин. Даже невозможное, чтобы вас, идиотов, спасти. Ну вот, конечно, весело очень даже. Развлекуха. Так, ставьте. Наконец-то, наконец-то. Только это делай уже быстрее. Болтайте все. Стреляйте уже кто-нибудь. Фак. Хорошо, что щит есть, а? Не люблю снайпер мечить. Но приходится, потому что наши лохи. Жаль, что кто никого не замочит. Наконец-то. Щит. Это будет трудно. Да, мне походу сейчас завалит уже. Типа. Я слишком крут. Да, повеселились. Я так прикалываю, стоят и долбят по кнопочкам, прямо или компьютерный клуб какой-то с игроманами. Все можно расхреначить. Ну не все, конечно, но что-то да можно. Это круто. Так, ломайся, я пока полечусь. Заковыряем. О. Все. Да, как хорошо, что припасы раскидывают в таком количестве. Просто радость. Это все равно, конечно, будут моменты, когда будет не хватать. Как ни крути, потому что надо быть экономнее. Это я, блин, палю во все стороны, как идиот. Ням! Вот она, красота. Да, я мой тоже. Красота. Все летают, все падают. Чу! Массаж спины. Да уж. Ну, с одной стороны, конечно, мясо никогда не бывает особо интересным. Но тот мне, в принципе, нравится, чё. Веселуха, все орут, и я ору. Временами. Звуковые гранаты это. Ну, в любом случае, они все хорошо бьют. Ага, точно видел. Ой. Не, пойдемте отсюда, нафиг тратить время.
Так, там вот турелечка моя. Ха. Сейчас мы повоюем, ребятки. Блин, так сюда идти на нее надо. Сейчас мы это юзаем. Я снова повелитель мира. Так, камушки взрывать. Я говорю, самое лучшее оружие против всех. Моментально расхреначивает. Дерьмо жуткое. Крейсер разрезал на кусочки. Че, еще иду? Отлично, давайте еще мясо. Ста. Я здесь часто прикалывался, убивая всех своих. Ну ладно. Они уже на меня так обвинительно смотрят. Ну что ты такой злой, братюня? Не боись, не обижу. Ой, еще. Не, ребята, давайте еще постоим, а? Чё-то не хочу. Уходите от турельки. Я бы с собой снял и понес, блин. Почему этого нельзя сделать? Так красиво взять и срезать всех. Все, кажись, да? Так, патрончики. Полный боекомплект, так сказать. Еще бы найти, на кого его тратить. Лучше никак, так. Лучше пусть не на кого будет его тратить. Че там что-то стреляет, если... Ой. Молодцы наши! Снесли корабль как ним. Самолетик. Еще заспаунились, блин, ненавижу, когда вы так спаунитесь. Очевидно прямо. Все. Я буду стрелять с этого дерьма. Не, ну турелька в самом деле не очень. Так, вот она. О, да. Только дело в том, что я косорылый. Я всегда плохо стрелял с подствольников. Подствольно похожих оружий. Конечно, удовольствие. Посадить кого-нибудь за эту дурацкую турельку. Как не любят порой друг друга троллить. Ладно, не троллить, поддевать. Это ж тупые слова очень. Снимся. Блин, надо приберечь боеприпасы. Они мне понадобятся. Так, вот он, босс. Ой-ой-ой. А я ни при чем, я ни при чем. Ну давайте не точку уже. Ёпта. Посмотрел полчаса на него. И заметил наконец-то, что это хорошее место. Ой. Подстрелили мою задницу. Господи, держите свои кишки. Чёрт, ну юмор у вас, однако, ребятки. Держите свои кишки. Спасибо, блин, за комплименты. Я сейчас же не поленюсь назад вернуться, потому что сейчас будет и там еще одна битва. Я там успею хотя бы кого-нибудь
подстрелить. Похоже, нет. Ура! Какая разница, куда стрелять? Главное стрелять, сам процесс. Готов. Всем раздавать приказы, так неудобно. Но... Да уж, Вера. Привет! Ура! Сейчас еще повеселимся немножко. Ура! Дерьмо! Так, ломать там дверь, пока что. А я соберу остатки боеприпасов. Ах. Я снова вооружен опасен. А, блин, надо было использовать стрелялку. Лазер свой. Весело, ребятки, да? Смотрите, такой лох. Ладно, все, хватит. Гляди. О, еще один. Ну, нам пофиг уже. Так, всех рассаживаем. Опс. Лови. Еще. 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 Блин. Еще. Да, блин, спокойно. Да, это было весело, ребятки. Жаль, что это все закончится. Да. Пока, придурок. Пока, братюнь. Пока, псих. Теперь пора повоевать наконец-то одному в тишине и спокойствии. Бесконечности далее. Так, вот красивый большой кораблик. Один из многих. Но, видимо, главный. Главный из главных. Хотя не все вот одинаковые. Но этим... Да, действительно. Братюни, вы лохи. Коробочные. Да, ну, собственно, я опять уже подзатянул малость серию, так что надо... Этим уже заниматься разрушением корабля окончательным займусь уже в следующей серии. Как обычно, в общем. Посмотрим, что там дальше будет. Пока все идет хорошо.